Привет, друзья! Это видео посвящено тем, кто хочет посетить Дубай или Объединенные Арабские Эмираты, или вообще там находится. Вы можете это сделать дешевле, получив компенсацию за эту поездку. Ну, а если вы там уже находитесь, то эта компенсация перекроет вам... Ну, проще говоря, вы просто заработаете на чем заработаете? На посещении мероприятия компании Дейзи. Это будет длиться всего лишь один день, поэтому если вы хотите получить компенсацию в размере 700-1000 долларов за то, что вы посетили это мероприятие, которое будет в Дубае, именно в Дубае, 21 февраля 2024 года, то вы должны сделать ряд действий, которые я вам сейчас скажу, для того, чтобы получить эту компенсацию. Ну, суть такая. Вы покупаете билет на само мероприятие Дейзи. Оно будет проходить в Coca-Cola арене, это крупнейшая арена в Дубае. Стоит билет 199 долларов. То есть вперед вам надо сначала заплатить за это, да, то, чтобы посетить это мероприятие. Дальше, ну, не буду вдаваться в подробности, но суть в том, что все деньги, которые платятся за билеты, помещаются в некий пул. На этот пул делается прибыль, эта прибыль раздается обратно тем, кто посетил это мероприятие. Причем, если вы посетили мероприятие не один, а еще и с друзьями, скажем, их будет 2 или 5 человек или больше, то вы получите в 5-10 раз больше компенсации за это. Но эту часть марлезонского балета я оставлю за скобками, пока я буду говорить о том, что вы лично поедете, посетите и получите компенсацию за себя одного. Итак, вам необходимо зарегистрироваться в Дейзи. Ссылочку, естественно, я пришлю. Вам необходимо будет купить краудфандинговый пакет за 200 долларов в Дейзи. За год этот краудфандинговый пакет, он стоит 200 долларов, да, я напомню, наработает где-то примерно, ну, по крайней мере, по истории, сколько у нас было. Если все будет так же, то вы получите за эти 200 долларов где-то примерно долларов 300-400 за год. Это ваша будет чистая прибыль. Плюс заберете те деньги, которые вложили. И вы еще должны будете купить билет на мероприятие. Все это я, естественно, там ссылочка внизу поясню, как и что делается. Все это делается через децентрализованные системы, через блокчейн Tron. То есть все автоматизировано. Итак, у вас в кармане инвестиция в Дейзи в виде пакета на 200 долларов, за которую вы получите где-то в течение года примерно 300-400 долларов. Дальше у вас в кармане билет на мероприятие, и вы 21 числа должны будете это мероприятие посетить. При этом, понятное дело, все, что вы делаете до этого и после этого, это ваше личное дело. Главное, что 21 числа вам надо весь день быть на мероприятии Дейзи. Ну, мало того, что это неплохое шоу, достаточно так увлекательно, ну, просто, может, кому-то интересно посмотреть, как такая там крупная смарт-контракт, бизнес-компания проводит такого рода мероприятия. То есть само по себе это может быть интересно. Но, тем не менее, это можно рассмотреть как жертву за то, что вы получите компенсацию. Теперь насчет компенсации. Итак, затраты, значит, 200 долларов на билет плюс 200 долларов инвест-пакет, который, в общем-то, принесет прибыль. Ну, будем считать, что 400 долларов затраты, да, в моменте. Получите вы в течение года за посещение 700-1000 долларов. Минус 400, которые затраты, плюс 300-400, которые вы получите за этот доллар, за этот год тоже в качестве прибыли. Итого у вас получается чистыми доход за посещение мероприятия, ну, где-то в районе 500-1000 долларов. Ну, и издержка – это один день, который вы должны будете посвятить вот этой компании, посетить это мероприятие. То есть получается, что для вас это как бы участие в рекламной акции, которая компенсируется вам вот такими возвратами. Значит, возврат за посещение мероприятия в 2023 году, точно такое же мероприятие, тоже в эти же даты, только в Мадинат-арене, а не в Coca-Cola-арене, мы уже получили. Половину получили, половину выплачивается до следующего мероприятия. То есть в течение года все выплачивается. Вот. Возможностей там много. Мероприятие достаточно помпезно, интересно организованное. Может быть, это кому-то будет просто по профилю посмотреть, как организовываются такие мероприятия. Так что обращайтесь. Ссылочки все подробные на контакты, на регистрации и все такое находятся под этим видео. Срок еще пока есть. Мероприятие должно быть посещено 21 февраля. Вам до этого надо успеть купить билет или просто раздвинуть планы, если вы уже живете в Эмиратах, и поместить в календарь это мероприятие. Собственно, вот и все, и получаете денежки в качестве компенсации.